В Югре завершился фестиваль искусств «60-я параллель». Закрывал фестивальную программу симфонический оркестр Сургутской филармонии. В этом году грандиозные планы в силу ограничений из-за пандемии пришлось корректировать, но сохранить разнообразие жанров и концепцию культурного обмена северных городов все же удалось, говорят организаторы. Так, в программу «Классика и джаз» маэстро Даниил Крамер пригласил знаменитую контрабасистку Дарью Чернакову, неоднократно выступавшую в знаменитых джаз-клубах США и Бразилии. А концерт премьеры 21 века объединил музыкантов симфонического оркестра Сургутской филармонии, заслуженного артиста России Бориса Андрианова и баяниста Николая Севчука. Поклонникам Константина Райкина и лауреата всероссийских конкурсов Алексея Архиповского повезло меньше. Объявленные в начале ноября нерабочие дни стали причиной переноса их концертов на май будущего года. Югорчане обязательно встретятся с артистами на сургутской сцене, сообщил директор филармонии Яков Черняк. По его словам, это будет приятное послесловие 9-го фестиваля в преддверии юбилейной 60-й параллели. Она пройдет в 10-й раз и накануне юбилейного 20-го концертного сезона. Это будут потрясающие наши фестивали, потрясающие форумы искусств, которые, безусловно, будут радовать нас, сургутян, югорчан, россиян, ну и всю мировую, конечно, сообщество, которое любит высокое искусство.